Итак, мы находимся в первый класс Интерсити. Багаж поздавали. Вот. Коллега, ну что скажешь? Как мы? Фух, тяжело. Тяжело, да? Очень. Кондиционер. Ну, в принципе, здесь все прекрасно пока. Все работает. Пока еще поезд пустой или вагон. Но тем не менее собираемся. Ну и так. Это второй класс. Три ряда в одну, два в другую. Вот так вот. Это межвагонное пространство. Выход. Туалет здесь работает. Дверь открывается вот таким образом. Ну, пока не работает. Ни бар, ни кухня. Потом подойдем еще сюда. Таким образом мы переходим в первый класс. Туалет слева, туалет справа. Вот такая вот обслуга. Ну, идем к своим местам. На второй класс билеты выкуплены полностью. Мы едем первым.